основной стенд, здесь наша показательная экскурсия у нас в ДОДО. Наша пиццерия, кстати, была основана в 2016 году, 26 апреля. Не воюем. Не воюем, да. Здорово. Дальше. Следующий у нас идет морозильная камера. Здесь всегда холодно, как зимой. Когда нам жарко, мы ходим туда оставать. Если есть желание, заходите, заходите. Вот все морозильная заходите. Камера. Заходите, все, обратно не вернетесь потом. Все, выходите. Ой, какая коза. Все, все, скорее, скорее. Ух ты. Лед. Лед. Холодно, лед, видишь? Зима у нас тут. Идите, цыплята. Я тебя сняла уже. Красота. Мама, там как снег. Снег. Заготовочки. С помощью него готовим брюшки для пиццы. Основу. Все, пойдемте дальше. Здорово. Да, идем. И большие помолата. Здесь у нас технический коридор. Здесь газировочка, напитки, то, что вы любите. Кока-колы, вон, лимонады всякие. Круто. Идемте дальше. Мама. Идите, идите, идите. Дальше идет у нас самая нелюбимая комната. Нелюбимая? Нелюбимая. Почему? Мощный цех здесь. Здесь очень много собирается грязной посуды. Никто не любит. Никто не любит мыть посуду. Так, аккуратно. Да. Плавать умеете? Нет, тогда все. Тогда выходим. Умеете плавать, тогда выходим. А то еще вернете, не надо. Здесь у нас идет стойка менеджера. Здесь принимаются заказы, обрабатываются, отправляются курьеры. Класс. Дальше у нас идет холодильная камера. Здесь также холодно, но уже посветлее и потеплее. Заходите, интересно, здесь в холодильную камеру ингредиенты пройти, хранятся, да? Также вон. О, они все, плюсов. Дети в холодильнике. Все, дети все, все, в холодильнике. Все, выходите. Ой, замерзли. Дома такого холодильника нет, наверное. Огромный холодильник, как квартира, да?